Рекордное число банкротов зафиксировано на Камчатке за первый месяц 2021 года. В январе несостоятельными признаны 28 камчатцев. По сравнению с январем прошлого года показатель увеличился в два раза. Тогда их было всего 14. В Краевом арбитражном суде сообщили, что за первую неделю февраля уже 5 камчатцев написали заявление о банкротстве. 3 из них уже признали несостоятельными. Самая распространенная причина банкротства – долги. Люди не справлялись с выплатами по кредитам и займам и не оплачивали коммунальные платежи. В суде сообщили, что минимальная сумма задолженности составила 406 тысяч рублей, максимальная – 2 миллиона 673 тысячи. Самым молодым банкротом в январе был 28-летний мужчина, самой возрастной стала 72-летняя женщина. Общая сумма долга у банкротов за январь 2021 года составила 33 миллиона рублей.